Святый, славный и всехвальный великомученичий Христов Георгий, собранные во храме Твоем и пред иконою Твоей святою поклоняющиеся люди, молим Тебя, известные желания нашего ходатая, они с нами и о нас, умоляемого от своего благосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует державе нашей победы на сопротивное, да укрепит же данную Тебе благодатью в обраниях православное воинство, и силы восстающих враг наших да не сложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы им и мы божественную помощь. И всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви Твое заступление. Моли Господа Бога, всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое исповедуем предстательство, ныне и присно, и во веки веков.